Слышно ли меня? Скажите, хороший ли звук? Добрый день, добрый день. Ответ очень приятно. Вижу, звук есть. Спасибо. Поставлю сейчас на запись, и мы начнем. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые дистрибьюторы и лидеры BIC. Меня зовут Елена Корнилова, я директор по продажам компании. И сегодня у нас вебинар «Акции бонусной программы 2018». Очень рада приветствовать вас, такое большое количество гостей у нас на вебинаре. Вы будете первыми, кто узнает о новшествах в наших акциях и узнает о новых акциях, которые запускаются с 1 февраля 2018 года. Итак, срок действия акций и бонусных программ для дистрибьюторов с 1 февраля 2018 года по 31 января 2019 года. Конечно, всем нам очень понравилась акция на последней странице каталога «Получите подарок от BIC». Это акция для приглашения новичков, для того, чтобы вам было удобно и легко приглашать новичков. Мы, конечно, оставляем эту акцию, она будет действовать на протяжении всего 2018 года. И напоминаю, что на протяжении действия каталога номер один от BIC действует прекрасная акция по приглашению. Ваш подарок – корректор от мимических морщин. Если вы зарегистрировались с 1 февраля по 31 марта и разместили заказ на 60 баллов, то вы получите корректор от мимических морщин BIC за заказ, который разместите, всего на 30 баллов. Вам нравится эта акция? Пользуйтесь вы этой акцией на последней странице каталога для того, чтобы увеличивать количество дистрибьюторов в вашей команде, для того, чтобы было легче приглашать новичков. Ура! Спасибо, спасибо, Ильзара, спасибо, дорогие друзья. Я знаю, что эта акция помогает нам рекрутировать и знакомить все большее количество людей прекрасной, замечательной продукции BIC и теперь еще и продукции компании Jafra. Итак, конечно, мы оставляем замечательную акцию «Комплименты от BIC». Это особые условия покупки наиболее интересного продукта по очень привлекательной цене. Это может быть или дополнительная скидка, или подарок, который позволит вам приобрести любимые товары на самых выгодных условиях и послужит отличным поводом попробовать что-то новенькое, да, узнать больше продукции нашей компании и полюбить ее еще больше. И напоминаю, что до 10 февраля при заказе от 100 баллов бальзам «Первая помощь ароматерапии» всего за 99 рублей. Уникальный бальзам, который помогает при любых проблемах, это либо укус насекомых, либо головная боль, спектр его применения не ограничен. Уникальные составы, множество масел, которые входят в состав этого бальзама «Первая помощь», помогают решать большое количество проблем. Хочу напомнить, что акция «Комплимент» от BIC кратная. То есть, если вы разместили заказ на 100 баллов, вы имеете право приобрести один бальзам «Первая помощь» за 99 рублей. А если разместили заказ на 200 баллов, то можете купить 2 бальзама за 99 рублей, на 300 баллов 3 бальзама и так далее. Всегда акция «Комплимент от BIC» кратная. Акция «Максимальная выгода». Размещайте ежемесячно личные заказы от 300 баллов и приобретайте в следующем месяце любую косметическую продукцию BIC из списка, предложенного при оформлении заказа со скидкой 50% от базовой дистрибьюторской цены.
Сейчас, когда наша компания стала официальным дистрибьютором продукции компании Jafra, линейка продуктов нашей компании значительно увеличилась. У вас появилась возможность познакомиться с продукцией, также с косметической продукцией компании Jafra, у дистрибьютора Jafra. А у бывших дистрибьюторов Jafra появилась возможность познакомиться с большим количеством продукции компании Jafra. И вот с помощью вот такой акции «Максимальная выгода» вы можете также попробовать самые интересные с вашей точки зрения продукты и очень хорошо сэкономить при покупке этих продуктов. Хочу напомнить, что скидка 50% предоставляется именно от базовой дистрибьюторской цены. А где мы видим с вами базовую дистрибьюторскую цену продукта? Кто помнит, дорогие мои, подскажете всем? Да, совершенно верно. Раньше акция «Максимальная выгода» была от 150 баллов. Теперь акция «Максимальная выгода», если суммарно в течение месяца вы размещаете заказов на 300 баллов. На 300 баллов. Тогда вы можете приобрести со скидкой 50% от базовой цены дистрибьютора любой продукт, косметический или прекрасные БАДы, которые у нас скоро появятся в продаже. Совершенно верно, в каталоге можно найти базовую дистрибьюторскую цену, но ее придется посчитать. Каким образом? Вы знаете, что у нас в каталоге есть красная цена и черная цена. Как посчитать базовую дистрибьюторскую цену в каталоге? Но не буду вас мучить, точно базовая дистрибьюторская цена есть в бланке для заказа. Там есть специальная графа, где указана эта стоимость. Можно вычислить, взять черную цену, указанную в каталоге, то есть не цена со скидкой, не красная цена, черную цену, от нее отнять 33%, получится базовая дистрибьюторская цена, и от этой цены отнять еще 50%. Вот по этой цене вы сможете приобрести любой продукт по акции «Максимальная выгода». Я вижу, что есть некоторые сомнения, что раньше было за 150 баллов. Но смотрите, теперь линейка наших продуктов значительно увеличилась, удвоилась. У нас появились более дорогие продукты, да, поскольку компания BIC является официальным дистрибьютором компании Jafra. Также у нас появилась целая новая категория продуктов, такие как БАДы. Скоро они появятся на складе, мы их очень ждем. Это уникальные продукты из Франции. Таких больше нет у нас на рынке, аналогов нет. И мы уверены, что вы будете легко собирать заказы на 300 баллов в месяц, потому что круг ваших клиентов увеличится, и сумма средней покупки каждого клиента также увеличится, потому что выбор значительно больше. Эта акция ежемесячная, совершенно верно, ежемесячная. В течение месяца нужно сделать заказов суммарно на 300 баллов. И тогда вы имеете возможность в следующем месяце приобрести любой продукт со скидкой 50% от базовой дистрибьюторской цены. Тамара спрашивала, будут ли участвовать в списке продукты компании Jafra. Да, вся косметическая продукция компании BIC и компании Jafra будет доступна для заказа по акции «Максимальная выгода». И также по акции «Максимальная выгода» можно будет приобрести продукты, те, которые мы ожидаем, из категории БАДов. Итак, продолжаем. Акция «Выгодный дебют».
Акция «Выгодный дебют» – это беспрецедентное предложение для новичков. А всем она полюбилась. Я знаю, что вот эта акция очень мотивирует наших новичков собирать заказы на 100 баллов, и тогда они могут в течение 6 месяцев с момента размещения первого баллового заказа приобретать наборы продукции Биоси всего за 99 рублей. А еще лучше собирать заказы в течение первых 6 месяцев сотрудничества с компанией на 150 баллов. И в этом случае в течение первых 6 месяцев наши новички могут получать вот эти замечательные наборы продукции всего за 1 рубль. Получать подарок от компании за 1 рубль вот такие замечательные наборы косметической продукции. А продукцию мы вкладываем со следующим заказом от 30 баллов. От 30 баллов. Эта акция у нас остается, не меняясь, такая же, как и была в течение 2017, во второй половине 2017 года. Клуб постоянного роста. Клуб постоянного роста для дистрибьюторов. Теперь можно называть клубом дистрибьюторов Биоси. А если вы дистрибьютор Биоси, то вы можете вступить в клуб постоянного роста дистрибьюторов Биоси. И сможете собрать за 12 месяцев великолепную бижутерию Биоси. А если нет звука, то можно выйти и войти снова. Потому что мне показывает информацию, что звук есть. Каким образом работает эта акция? Если вы новый дистрибьютор и выполняете условия квалификации в акции «Выгодный дебют», то после завершения участия в этой акции вы автоматически вступаете в клуб дистрибьюторов Биоси. И если продолжаете размещать ежемесячно заказы личные на 100 баллов и более, то в течение года собираете комплекты замечательной ювелирной бижутерии Биоси. Каждые 3 месяца какой-то подарок от компании в виде бижутерии. Первый шаг, первые 3 месяца подряд – личные продажи более 100 баллов. Подарок получаете – браслет «Легенда успеха». Второй шаг. Продолжаете. Также 3 месяца подряд 100 баллов заказы и более. Получаете колье «Легенда успеха». Третий шаг. 3 месяца подряд продолжаете размещать по 100 баллов и более. Получаете в подарок ожерелье, венецианский ажур. И четвертый шаг. Следующие 3 месяца подряд размещаете личные заказы 100 баллов и более. Получаете в подарок браслет, венецианский ажур. И таким образом за год вы собираете 2 комплекта бижутерии от Биоси. А мы планируем, что по итогам февраля месяца те, кто выполнит условия по февралю, они получат еще посуду. Но поскольку коллекция посуды заканчивается, то мы будем плавно переходить на новые подарки. То есть фактически уже в марте месяце те, кто закончит участие в акции «Клуб дистрибьютор», у них закончится 3 месяца, то в марте вы получите уже по этой акции бижутерию. Но я знаю, что наша посуда по акции «Клуб постоянного роста для дистрибьюторов» тоже многим нравится, но я уверена, что бижутерия не оставит никого равнодушными. Согласитесь, да, у нас прекрасная, замечательная бижутерия, и она будет радовать не только вас, но и всех окружающих. Я рада, что вы согласны. Итак, значит, здесь есть такое условие.
Наиля, если это Наиля Ганеева, то я отдельно отвечу на этот вопрос. Соответственно, если вы в какой-то месяц вступили в клуб постоянного роста и размещаете заказы на 100 баллов, в какой-то месяц вы пропускаете, да, то есть по каким-то причинам вам не удалось в течение месяца разместить суммарно заказов на 100 баллов. В этом случае вы можете начать и вступить в клуб постоянного роста заново, опять начиная все сначала, размещая заказы на 100 баллов в течение 3 месяцев подряд. Нет, подарки вкладываются каждые 3 месяца. Прошло 3 месяца, вы выполнили первый шаг и получаете первый подарок. Прошло еще 3 месяца, вы выполнили второй шаг, получаете второй подарок. Также третий и четвертый. Если я пропустила чьи-то вопросы, прошу прощения заранее, я в конце постараюсь на все ответить. Спасибо. И мы продолжаем. Акция «Мастер продаж». Мы любим и ценим тех наших дистрибьюторов, которые умеют продавать, которые являются мастерами продаж. Моя любимая фраза: «Продажи – это искусство помогать людям делать правильный выбор». И поэтому мы продолжаем акцию «Мастер продаж». Но теперь у нас несколько изменились критерии. Незначительно, но тем не менее приятный дополнительный бонус за участие в акции «Мастер продаж» остается. Хочу напомнить, что акции бонусной программы – это не маркетинг-план. Это то, что компания предлагает сверх маркетинг-плана, да, то есть дополнительные привилегии и дополнительные возможности, которыми вы можете воспользоваться для того, чтобы реализовать свои цели и воплотить свою мечту. Итак, мы продолжаем. А те, кто вступил в январе на 800 баллов, то давайте мы попробуем оставить эту акцию до завершения в таком же виде. Да? То есть если вы делаете январь, февраль и март, то вы можете делать по 800 баллов и получать также, соответственно, если вы вступили в акцию по старым условиям, вы ее завершаете по старым условиям. А если вы вступили в акцию с 1 февраля, то вы уже работаете в этой акции по новым условиям. И теперь акция «Звездный спонсор». И это, я надеюсь, приятный сюрприз для вас. Вы помните, что за каждого новичка, который размещал заказ на 100 баллов и больше, вы получали на подарочный счет дополнительное вознаграждение. И, соответственно, эту акцию мы оставляем. Но так как в классике сетевого маркетинга, вы знаете все прекрасные произведения «10 уроков на салфетке» Дона Файла, да, где есть схема 5 на 5 на 5.
который рассказывает о том, что научись сам размещать заказы на минимальный объем. У нас это минимальный рекомендованный объем на 100 баллов. Приведи 5 активных новичков, научи их делать так же. Научи их привести по 5 новичков и научи их научить своих новичков привести по 5 человек. Соответственно, мы хотим вас ориентировать на приглашение в месяц 5 и более новичков в свою первую линию. И поэтому мы оставляем вознаграждение по 100 рублей за каждого новичка, если их 2, 3 или 4 в течение месяца. Если у вас 5 новичков и более, то вознаграждение удваивается. То есть за 5 новичков в месяц, которые разместили заказы на 100 баллов, вы будете получать по 200 рублей. Итого 1000 рублей на подарочный счет. За 6 новичков сколько будет начисляться вознаграждение на подарочный счет дополнительно? Под себя, да, в первую линию, да. Сколько новичков за 6? За 6, если у вас 1200, отлично. 7 новичков, сколько вознаграждение на подарочный счет, какое вы получите? 7 новичков, 1400, отлично. Вижу, что вы поняли принцип. То есть, если у вас уровень рекрутирования в первый уровень 2, 3 или 4 новичка, вы за них получаете по 100 рублей. Новички с заказом от 100 баллов и больше. Если 5 и более, вы за них получаете по 200 рублей. При этом мы понимаем, что вы лидеры, и вы показываете пример своим новичкам. Они стремятся сделать так же, как и вы. Поэтому для того, чтобы получить это вознаграждение, ваш личный объем должен быть ежемесячно от 300 баллов. От 300 баллов. Отлично. И теперь мы переходим с вами к бонусным программам. Также срок действия бонусных программ с 1 февраля 2018 года по 31 января 2019 года. Мы оставляем клуб постоянного роста для лидеров. Теперь его можно называть клуб лидеров BIC. У нас остаются наши прекрасные подарки. Если ваш статус директор и выше, имеется в виду закрытый статус, когда вы закрыли статус директора, вы можете стать членом клуба лидеров BIC, если подтверждаете или повышаете свой статус в течение года, 12 месяцев подряд. Если вы подтверждаете свой статус или повышаете в течение первых 3 месяцев после закрытия, вы получаете от компании в подарок прекрасный брендированный автомат «Зонт». Если вы продолжаете подтверждать свой статус или повышаете его в течение следующих 3 месяцев, то вы получаете замечательный такой бьюти-кейс от компании. Если вы продолжаете подтверждать или повышаете свой статус далее в течение 3 месяцев, вы получаете замечательную брендированную дорожную сумку от BIC. И четвертый подарок – это замечательный брендированный чемодан, который можно не сдавать в ручную кладь. Все подарки брендированные, и их можно получить в том случае, если вы ежемесячно подтверждаете свой статус и выполняете условия по минимальному личному товарообороту. Для того, чтобы получать подарки по клубу постоянного роста для лидеров, клубу лидеров BIC, необходимо с 1 февраля делать ИЛО более 300 баллов. Также
Вы делаете один раз 300 баллов во всех акциях и участвуете не суммарно 300 баллов для каждой акции, а просто ваш ЭО 300 баллов, и вы участвуете во всех акциях, которые предоставляет BIC. С уровня платиновый директор и выше. А платиновый директор по маркетинг-плану – это кто? Сколько директоров в первой линии у него должно быть? Сколько у него должно быть лидеров 23% команд в первой линии у платинового директора? Три. Совершенно верно. Три команды в первой линии. С уровня платиновые директоры и выше можно делать ЭО 150 баллов, чтобы участвовать в этой акции. И вы можете собирать, если вы лидер BIC и хотите получать и бижутерию как дистрибьютор, и прекрасный дорожный набор, брендированный как лидер BIC по клубу BIC, то вам нужно размещать 100 баллов личных для того, чтобы получить комплект бижутерия, и 300 баллов для того, чтобы получить подарки по клубу лидера. То есть до уровня платинового директора вам нужно размещать ежемесячно 400 баллов личных. Видимо, поэтому Наилья у нас и не получила подарки, да, подарки посуду, потому что она у нас идет как лидер по клубу лидера BIC на подарки лидерские. А если вы платиновый директор, то ежемесячно вам достаточно размещать ЭО на 250 баллов и больше, и тогда вы сможете собрать и комплект бижутерии, и дорожный набор. А что же делать второй год? Вот вы за год собрали дорожный набор, да? А чемоданы – это не косметика, они не заканчиваются, правда? В чем преимущество нашего с вами продукта? То, что он заканчивается. Соответственно, если вы продолжаете поддерживать как лидер свой статус или повышаете его, и второй год выполняете эти условия квалификации в течение года, то по итогам второго года вы получаете от компании подарок, соответствующий вашему статусу. То есть если вы второй год, весь год поддерживали статус директор и выполняли ЭО 300 баллов, вы получаете смартфон. Если через год вы поддерживали статус, год поддерживали статус золотой директор, через год вы закрылись как золотой директор, вы получаете планшет. Платиновый директор – фотоаппарат, сапфировый директор – ноутбук, бриллиантовый директор – часы, ведущий бриллиантовый директор – брошь с бриллиантом, премиум бриллиантовый директор – кольцо с бриллиантом и вице-президент – золотой браслет с подвеской. Мы будем продолжать этот список, как только у нас появятся следующие звания и статусы. Желаю всем собрать весь комплект подарков от BIC. Марку планшета вам пока не подскажу, но это точно будет дорогой планшет, с которым вы сможете работать. Отлично, Ольга, я очень рада, уверена, что кольцо вам очень нужно. Всем нужно кольцо с бриллиантом, правда, девушки? И вот прекрасная акция, которая запускается с 1 февраля этого года. Мы вводим акцию, которая называется «Бонус развития». Это дополнительный бонус, на который могут претендовать все, кто вышел на уровень 18% 1 февраля 2018 года, кто ранее не был лидером 23% команды и не является лидером 23% команды по итогам 2018 года, января 2018 года. А суть этой акции заключается в том, что вы можете получить дополнительный бонус развития в размере 18 тысяч рублей на подарочный счет один раз
выполнив условия квалификации. Подтвердить квалификацию 18% в течение 3 месяцев подряд после того, как вы на нее вышли, или повысить ее, да, то есть у нас есть такое условие, выполнять ежемесячно ИЛО 300 баллов, и ваше объемное вознаграждение, то есть то вознаграждение, которое вы получаете за ваш командный товарооборот, объемное вознаграждение не более 7000 рублей ежемесячно. Не менее 7000 рублей ежемесячно. Я извиняюсь, здесь опечатка. То есть вознаграждение объемное должно быть не менее 7000 рублей ежемесячно. Еще раз объясню. Не только в феврале. Да, совершенно верно, Ольга. С 1 февраля. То есть для тех 18%, кто первый раз вышел на 18% в течение 2018 года, или даже если он был 18% раньше, например, в январе 2018 года, но выполнил условия, то... Да, совершенно верно. Спасибо, Марина. Я уже тоже поняла. Нет опечатки, все правильно написано. То он получает 18000 рублей на подарочный счет. Какие это условия? 3 месяца подряд после того, как вы первый раз в 2018 году стали 18%, вы подтверждаете или повышаете свой статус. Ваше ИЛО 300 баллов и более, и ваше объемное вознаграждение 7000 рублей и более, да, то есть не меньше 7000 рублей объемное вознаграждение. К сожалению, Елена, если наш дистрибьютор потерял статус год назад и снова сделал его, он не получит вознаграждение. Если его статус был статус лидера, то есть он был вице-директором и выше, вице-директором, директором, золотым директором и так далее. Ксения, вы свое вознаграждение видите по закрытому периоду, вы можете в отчетах для дистрибьюторов заказать отчет по вознаграждению, комиссионному вознаграждению. Вы получите файл в Excel, будет 2 страницы. На первой странице вы видите общие суммы ваших вознаграждений, объемного вознаграждения, ОПБ, организационных премиум бонусов, а на второй странице детализация, расшифровка. А с каких объемов продаж какая сумма вам была начислена? А первый раз, то ты уже не участвуешь в акции. Да, совершенно верно, Светлана. Все 3 месяца подряд объемное вознаграждение должно быть более 7000 рублей ежемесячно. Нет. Пузеля, вице-директора не имеют права на получение этого бонуса, зато вице-директора имеют право на получение какого бонуса, кто мне скажет? Вице-директора открывают квалификацию на получение какого вознаграждения? ЕВ, совершенно верно, 1000 евро, конечно. У вице-директоров есть мотивация, они могут получить премию 1000 евро, если в течение года 6 раз подтвердят свой уровень и закроют звание директора. Конечно, конечно. Если в декабре было 18, в январе уровень упал, а в феврале опять 18, Ольга, вы будете участвовать в акции. Поздравляю вас, желаю вам быть победителем. А не обязательно в феврале, да, нужно как следует посмотреть на свою структуру,
да, как следует посмотреть, в течение всего 2018 года вы можете выполнить эти условия. Если человек перепрыгивает и сразу выходит на 23%, то он получит. Да, если выполнит условия. Да, Эльзара, получит. Если выполнит условия, не будет падать в течение 3 месяцев подряд, ЭЛО более 300 и личное его УВ, не УВ, которое выделяется на команду, а личный УВ 7000 рублей. Да, в течение этого года выйти и подтвердить 3 раза. Совершенно верно. Спасибо большое. Нравится вам бонус развития, дорогие мои? А, Ксения, с удовольствием наши камы пообщаются с вами на эту тему. Думаю, что мы сможем вам помочь. Очень отлично, отлично. 3 месяца подряд. Да. Итак, старт с БИОСИ. Дорогие друзья, я рада сообщить вам, что к нам возвращается любимая всеми замечательная программа «Старт с БИОСИ». Но у нас немножко скорректировались условия. Галина, я попозже прочитаю вопрос и отвечу, хорошо? Мы сейчас перейдем с вами к «Старту с БИОСИ». В чем суть этой программы? Это обучение в Москве для новых директоров. Если вы амбициозны, настойчивы, планомерно идете к поставленной цели, бонусная программа «Старт с БИОСИ» для вас. Мы ждем новых успешных директоров в Москве. Для вас уникальное обучение от компании и увлекательная программа отдыха. Продолжительность программы 3-4 дня. В программу входит обучение, участие в тренингах и мастер-классах по бизнесу и продукции компании, краткое финансовое обучение, оплата проезда и проживания, посещение театра в Москве, экскурсия по Москве и ужин в эксклюзивной обстановке с руководством компании, включая генерального директора БИОСИ. Какие же условия нужно выполнить для того, чтобы компания пригласила вас участвовать в стартах с БИОСИ? Нужно закрыть статус директора за 6 месяцев подряд с момента его открытия. То есть, например, по нашему маркетинг-плану вы закрываете статус директора, если подтверждаете его в течение 6 раз в течение года. А для того, чтобы приехать и вас пригласили для участия в программе «Старт с БИОСИ» в Москву, закрыть статус директора нужно после открытия за 6 месяцев подряд. То есть ни разу не упасть. Открыли в феврале, значит, февраль, март, апрель, май, июнь подтверждаете квалификацию вице-директора и в июне ее закрываете. И дополнительные условия – суммарный структурный оборот за данный период за 6 месяцев подряд у нас 50 тысяч баллов при ежемесячном личном объеме более 300 баллов. Более 300 баллов. А те директора, которые выполнили предыдущие условия, они не попадают. Не очень поняла, что это означает. Те, кто в декабре открыл, если также вы за 6 месяцев подряд закроете и выполните суммарное СО 50 тысяч баллов в течение 6 месяцев и ЭЛО 300 баллов ежемесячно, то также вы будете рассматриваться как претендент на участие в программе «Старт БИОСИ». А если вы эти условия выполнили в 2017 году, мы будем рассматривать индивидуально, да, индивидуально. Здесь важно, чтобы на момент проведения этого мероприятия, на момент проведения «Старта с БИОСИ»,
Вы были в статусе директор, то есть поддерживали этот статус постоянно, да? Поэтому программа эта возобновляется, мы будем составлять списки и приглашать вас для участия в программе «Старт БИОСИ». Нет, эта программа, Лариса, только для новых директоров. Смысл здесь дать информацию от компании. Обучение по маркетинг-плану, по бонусным акциям, по системе построения встреч, по системе создания встреч и системе создания мероприятий для развития своей структуры, своей организации. Ну, смотрите, давайте так. Вот эта программа у нас объявлена с 1 февраля. Поэтому с 1 февраля нужно делать 300 баллов. Да? То есть если вы идете в квалификации, Эльвира, да, то есть уже 3 раза подтвердились как вице-директор, но не делали 300 баллов, с 1 февраля начинаете делать личный товарооборот 300 баллов, у вас за 6 месяцев суммарное СО 50 тысяч баллов, то вы будете претендентом на участие в программе «Старт БИОСИ». А кто перепрыгнул директора, да, то есть сразу, что, прям сразу закрыл статус золотого директора, например, да? Наталья, что значит перепрыгнул директора? То есть первый месяц, когда он открыл квалификацию, это была сразу квалификация золотого директора. В январе вы закрыли, Эльмира, да? В январе. Хорошо, мы будем рассматривать все списки. Итак, вы рады, что эта программа возвращается? Я знаю, что она очень многих мотивировала, мотивировала на рост и развитие. Те наши лидеры, которые приезжали к нам в Москву на старты, всегда показывали отличный рост. И я вижу их в чате. Вот Виктория, например, Альшанская у нас была на стартах. Они все очень вдохновились участием в этой программе. И сейчас открываются новые и новые звания и статусы, и быстро растут, и развиваются. Ура, товарищ! Итак, также прекрасная наша программа, полюбившаяся многим, накопи на свою мечту или накопительный бонус-счет. Бонусная программа это длится 12 месяцев. И все, что вам нужно, это, собственно, подать заявку на участие в этой программе. Но чтобы подать заявку на участие в этой программе, нужно посмотреть на свое ОВ, оно должно быть не меньше 15 тысяч рублей ежемесячно, и нужно делать с 1 февраля товарооборот личный 300 баллов. Те, кто сейчас продолжают участвовать в этой программе, с 1 февраля участвуют в этой программе, продолжают участие в этой программе по новым условиям. То есть для участия в программе «Накопи на свою мечту» необходимо выполнять условия личный объем продаж 300 баллов и ежемесячное ОВ 15 тысяч рублей. В этом случае с вашего объемного вознаграждения отчисляется 10% ежемесячно, накапливается на специальном накопительном бонусном счете. Через год, выполняя ежемесячно вот эти условия, вы получите удвоенную сумму. То есть это замечательная программа, которая позволяет всем нашим накопить на свою мечту. И я знаю, что многие наши лидеры, директора, которые участвовали в этой программе и продолжают участвовать, могли с помощью этой программы собрать необходимую денежную сумму и реализовать свою мечту. Кто-то купил себе норковую шубу, кто-то свозил ребенка в Диснейленд,
То есть есть много различных мероприятий, которые мы в повседневной жизни не можем себе позволить, а тут незаметно, потихоньку, отчисляя 10% от объемного вознаграждения, через год вы получаете удвоенную сумму. То есть это очень хороший как бы депозит, да, накапливаемый. А более получается накопительно более 300% годовых, да, то есть если вот посчитать по расценкам вкладов, то, соответственно, вот с помощью этой программы вы можете собрать хорошую сумму. Еще раз хочу вам сказать, что если в течение 12 месяцев подряд вы выполняете условия, да, 300 баллов и 15 тысяч УВ ежемесячно, то получаете удвоенную сумму через год. Если в какой-то месяц вы не выполняете любое из условий, то компания возвращает вам на ваш бонусный счет те деньги, которые были в течение участия вашего в программе накоплены, да, на накопительном счете. То есть вы ничего не теряете и получаете дополнительную мотивацию и возможность собрать значительную денежную сумму для реализации любой своей мечты. А для наших лидеров эта программа – хороший инструмент для мотивации своих 23%-ников на увеличение командного товарооборота. Потому что, еще раз обращаю ваше внимание, в этой программе участвует только объемное вознаграждение. Объемное вознаграждение начисляется на командный товарооборот и зависит от величины вашего командного товарооборота. Здесь не учитываются организационные премиум-бонусы. А для того, чтобы ежемесячно стабильно получать не менее 15 тысяч объемного вознаграждения личного, необходим командный товарооборот не менее 5000 баллов ежемесячно. И вот эта программа позволяет нашим лидерам мотивировать их 23%-ников увеличивать свой командный товарооборот. Да? Потому что вы знаете, что маркетинг-план позволяет быть 23%-ником, директором, если у вас командный товарооборот 2400 и есть отделившаяся команда, да, или две команды есть, или три команды в первом уровне, или больше. Очень рекомендую нашим лидерам использовать эту программу для того, чтобы мотивировать своих 23%-ников увеличивать командный товарооборот. А лидерам нашим это нужно для того, чтобы их организационные премиум-бонусы также росли и увеличивались, структура росла и увеличивался объем продаж. И, конечно, любимая всеми автомобильная программа. Здесь условия квалификации почти не изменились, то есть нет каких-то серьезных изменений. Уже большое количество наших лидеров стали обладателями прекрасного автомобиля BIC. Уже более 25 человек ездят на замечательных автомобилях BIC. Кто-то участвовал в этой программе не один раз и получил уже 2 автомобиля. И мы очень рады видеть счастливых людей, наших дистрибьюторов, которые воплотили свои мечты. И мы очень хотим, чтобы автомобили BIC на дорогах России и наших стран таможенного союза и стран, в которых работает наша компания, становилось все больше и больше. Я вижу, что вам нравится эта программа, и всем желаю принять в ней участие. Итак, для того, чтобы стать участником автомобильной программы, вам необходимо быть лидером 23%-ной команды, иметь ЭЛО 300 баллов и больше ежемесячно, то есть личный объем продаж тот же, те же 300 баллов, все одни и те же 300 баллов,
ЦО не менее 10 тысяч баллов. Структурный товарооборот у вас должен быть не более 10 тысяч баллов. И написать заявление на участие в этой программе. Заявление можно, бланк заявления будет скачать в личном кабинете. Да, совершенно верно, Светлана, сейчас эта страничка в личном кабинете закрыта. Как только мы обновим всю информацию по акциям, она будет открыта. Но если сегодня вы захотите написать заявление, то бланк заявления можно запросить в обратной связи. Да? Служба СКС вышлет вам этот бланк заявления. А было 250 баллов ИО, да, совершенно верно. С 1 февраля все квалификации и участие в автопрограмме — это личные 300 баллов. Совершенно верно. Заявление понятно, где взять. Отлично. Следующее. Первый шаг, первый этап участия в автомобильной программе — это квалификация, продолжительность 5 месяцев. Условия квалификации. То есть первый месяц квалификации — это месяц, когда вы написали заявление на участие в автопрограмме. По итогам 5 месяца квалификации вступления в автопрограмму можно прирасти на одну команду в первом уровне относительно месяца вступления в программу. За 5 месяцев вступления в автопрограмму вы выполнили условия для вашего статуса по минимальному структурному товарообороту. И в каждом из 5 месяцев вступления в автопрограмму ваш личный объем составил не менее 300 баллов и командный объем не менее 2400 баллов. Вот перед вашими глазами есть таблица требований к СО для вступления в автопрограмму. Вы видите, что для каждого уровня наших лидеров за 5 месяцев необходимо собрать определенный структурный товарооборот, определенный структурный объем. И на уровне вице-директор за 5 месяцев это 75 тысяч баллов. В среднем получается по 15 тысяч баллов. Но здесь может быть накопительный эффект. Да, то есть вы, будучи вице-директором, имея структурный товарооборот 10 тысяч баллов, написали заявление о вступлении в программу, и через 5 месяцев, наращивая структурный товарооборот за 5 месяцев, например, там 10, 13, 15, 17, 20 и так далее, да, собрали всего 75. И тогда вы станете автопобедителем. Компания объявит, что вы выполнили условия квалификации автопрограммы. И наступит второй этап участия в автопрограмме. Второй этап – это оформление документов и получение автомобиля. Вы самостоятельно выбираете тот автомобиль, который вам нравится, который вы хотели бы приобрести, зарубежный марк, его комплектацию, те финансовые условия, которые вам больше подходят, кредит или лизинг. Пользуйтесь любыми специальными условиями, которые предлагают автосалоны. Подготавливайте документы на оформление автомобиля, посылайте их в компанию. И компания выплачивает вам сумму, соответствующую вашей квалификации и выполненным условиям автопрограммы. Вы получаете автомобиль, брендируете его. Есть установленный компанией макет для брендирования, мы высылаем его автопобедителям. Страхование автомобиля, напоминаю, оплачивается самостоятельно. Даня. И присылайте в компанию фотографию. Фотографию вашу с вашим любимым автомобилем для нашего фотостенда
и для публикации в соцсетях, в личном кабинете о нашем автопобедителе. Далее, в течение трех лет компания выплачивает автобонус ежемесячно нашим автопобедителям. При условии, если первый год ваш статус должен быть не меньше, чем при получении автомобиля, ежемесячное подтверждение закрытого статуса обязательно. Второй год ваш действующий статус выше минимум на один ранг по сравнению с вашим статусом на момент окончания квалификации на получение автомобиля. И третий год ваш действующий статус выше минимум на один ранг по сравнению с вашим статусом во втором году получения автобонуса. Ваш ежемесячный ИО не менее 300 баллов и КО, командный товарооборот, не менее 2400 баллов. И выполняются требования по минимальному структурному товарообороту в соответствии с вашим действующим статусом. То есть, если вы директор, то для получения ежемесячного автобонуса вам необходимо СО 25 тысяч баллов ежемесячно. Тогда компания начисляет вам ежемесячно 19 тысяч рублей в качестве дополнительного вознаграждения, в качестве вашего автобонуса. Вы с помощью этих денег оплачиваете автокредит на ежемесячной основе. Если в какой-то из месяцев вы не выполнили условия, да, то есть у вас СО меньше, или вы не приросли на одну команду к предыдущему году, то в этот месяц вам компания не выплачивает автобонус. Если потом вы снова начинаете выполнять условия, то компания снова начинает вам выплачивать автобонус. Итак, в течение трех лет вы гасите свой автокредит, и в принципе, вы с самого начала счастливый обладатель своего автомобиля от BIC, но по истечении трех лет вы уже полностью, да, владеете этим автомобилем. Если вы хотите, вы можете купить этот автомобиль за наличные деньги. Компания все равно при выполнении условий в течение трех лет будет выплачивать вам при выполнении всех условий получения автомобиля, будет выплачивать вам ваш автобонус дополнительно ко всем вознаграждениям маркетинг-плана. Важные условия для участия в программе, в автопрограмме. Поскольку желающих получить автомобиль становится все больше и больше, и мы этому очень рады, а важно обратить внимание на соблюдение всех этих условий. Если в вашей структуре есть участник автопрограммы, его СО не идет вам в зачет, то есть вычитается из общего структурного товарооборота. Но вычитается только минимальное СО, которое необходимо для него для получения его автобонуса. Если вы принимаете участие в других бонусных программах, в которые учитываются баллы СО, из вашего СО вычитается количество баллов, соответствующих квалификационным требованиям данной программы. Вы получаете автобонус только при выполнении всех условий квалификации на его получение. Если вы уже получили один автомобиль от BIC, и хотите получить еще один, да, вы можете снова вступить в автопрограмму, повторно в ней участвовать, если ваш действующий статус выше максимально достигнутого за все время работы в компании. Автомобили BIC для всей семьи – это реально. Главное – захотеть. И, наверное, вот такая самая прекрасная, самая любимая программа, в которой мы видим, участвует все больше и больше лидеров наших, и мы очень рады,
что количество лидеров, которые участвуют в программе «Кругосветное путешествие с BIC», все время увеличивается. И у нас есть стандартные базовые условия для участия в любом путешествии от BIC. Для участия в любом путешествии необходимо набрать квалификационное число жемчужин или бриллиантов. Условия получения жемчужин и бриллиантов базовые одинаковые. Для того, чтобы ежемесячно и уже по итогам февраля, да, вот эти условия будут такие, вам начислялись жемчужины и бриллианты, необходимо делать личный товарооборот 300 баллов, командный товарооборот 4000 баллов и более, и быть лидером 23% команд. То есть быть обязательно 23%. То есть ваше объемное вознаграждение должно быть 23%. Хочу обратить ваше внимание, да, что если вы просто сделаете командный товарооборот 4000 баллов, то вы не будете лидером 23% команды. Только в том случае, если у вас командный товарооборот 4000 баллов, и у вас в первой линии хотя бы есть одна 23% команда, тогда вы, да, 23%. В этом случае при выполнении данных условий вы получаете ежемесячно 8 жемчужин бриллиантов. Дополнительно за каждую команду в первом уровне вам начисляются 3 жемчужины и бриллиант. За каждые 5000 баллов в командном товарообороте свыше 4000 баллов 2 жемчужины и бриллиант. Например, если вы бриллиантовый директор, по маркетинг-плану у вас в первой линии должно быть 5 23% команд. Ваш командный товарооборот 9000 баллов. То вы в этом месяце получите за каждую команду в первом уровне по 3 жемчужины, итого 15. За командный товарооборот 8, итого у вас получается 23 жемчужины. И еще плюс 2 жемчужины свыше 4000 баллов в командном товарообороте, 5000 баллов, да, у вас всего 9, еще 2 жемчужины, итого 25. Спасибо, Самара, вы лучше всех считаете, замечательно. Если у лидера в текущем периоде командный товарооборот меньше 4000 баллов, но отделяется новая 23% команда, то жемчужины, бриллианты начисляются за командой в первом уровне. То есть за командный товарооборот 8 жемчужин не начисляется, а за каждую команду в первом уровне жемчужины начисляются. Важно, чтобы количество команд в отчетном месяце было максимально за все время вашей работы в компании. Итак, реально директор, директор бриллиантовый может ежемесячно получать, если даже у него командный товарооборот 4000 баллов, 23 жемчужины. И у нас с вами есть две конференции в год. Два путешествия от BIC за счет компании в год. Два отпуска. Кто хочет два отпуска в год? Я знаю, что вот у стюардесс есть два отпуска в год. И также у лидеров BIC есть два отпуска в год за счет компании. Поздравляю вас, у вас есть такая возможность. Жемчужная конференция BIC 2018. Квалификация от звания вице-директора и выше, да, то есть вы 23%. Период квалификации с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года. То есть квалификация на жемчужную конференцию в самом разгаре. Но еще у вас есть почти полгода, да, то есть есть еще 5 месяцев, за которые будут начисляться жемчужины, участвующие в этой квалификации.
Для того, чтобы поехать на жемчужную конференцию, нужно первый раз нужно собрать 100 жемчужин в период квалификации. Для поездки на каждую следующую на следующую каждую конференцию нужно собрать на 10 жемчужин больше, чем для поездки на предыдущую жемчужную конференцию. Хочу обратить ваше внимание. Здесь очень важно смотреть жемчужины именно в период квалификации. Где их можно посмотреть? У вас в личном кабинете в разделе «Отчеты» есть отчет по работе команды лидера. Этот отчет формируется по основным показателям развития бизнеса за год. И последняя колонка там – количество жемчужин. Важно не складывать все жемчужины за все время вашего сотрудничества с BIC, а складывать жемчужины для квалификации на жемчужную конференцию только за период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года. Дорогая Юля, на самом деле 100 жемчужин – это немного. Если мы с вами, у нас же с вами 12 месяцев в году, да, 100 разделим на 12, то получится 8,3. То есть, если вы являетесь лидером 23% команды, ваша ИЛО 300 баллов, ваш командный товарооборот минимум 4000 баллов, то вы уже ежемесячно получаете 8 жемчужин. То есть фактически, поддерживая этот статус в течение года, вы почти собираете все 100 жемчужин. Но если вы сделаете еще немножко больше и прирастете в командном товарообороте хотя бы, да, и вырастите одну 23% команду один раз, то вы участник жемчужной конференции от BIC. На самом деле, хочу обратить ваше внимание, что командный товарооборот у нас, ну, наверное, для того, чтобы стать лидером, квалифицироваться как лидер, практически, я не знаю таких компаний в индустрии MLM, которые работают по классическому маркетинг-плану, наш командный товарооборот вполне достижим и легко выполним. Поэтому все, кто поставит перед собой такую цель, обязательно смогут ее достичь. А если вы накопили жемчужины, но не поехали, то в следующем году они не учитываются. Да, потому что жемчужины учитываются только в период квалификации. Жемчужины сгорают – это неправильная аббревиатура. Правильно смотреть жемчужины только за период квалификации. Если в период квалификации у вас набралось больше 100 жемчужин, а в следующем году вам нужно прибавить на 10 больше, то вы можете, вот если у вас осталось от предыдущего периода квалификации 10 жемчужин, да, то вы можете эти 10 жемчужин прибавить к следующему периоду квалификации. Только 10 жемчужин, если вы перевыполнили свой план в этом году, а в следующем году не смогли прибавить 10 жемчужин, да, то вы можете их забрать из предыдущей квалификации. А если не добрала, то как бы они, жемчужины, остаются, но период квалификации другой, понимаете, другой период. Вы складываете жемчужины только в указанный период квалификации. Ну, спасибо, Виктория, но не совсем так, к этому мы сейчас вернемся. Итак, жемчужная конференция BIC 2018 пройдет у нас в солнечной, прекрасной, зажигательной Испании. Я надеюсь, что наша команда в Испании будет самая большая за всю историю BIC, за все путешествия с BIC. Желаю всем туда квалифицироваться и прекрасно провести там время в отличной команде. И если вы, Светлана, начали получать жемчужины с декабря,
то вы также можете успеть их набрать до 30 июня. Если до 30 июня не успеете, ничего страшного, в следующем году сможете квалифицироваться на жемчужную конференцию или приложить немножко больше усилий и квалифицироваться на бриллиантовый вояж с Биаси. Это следующее путешествие, ежегодное, в которое отправляются все наши лидеры. Квалификации от закрытого звания платиновый директор. Бриллианты начисляются по такому же правилу, как и жемчужины. Столько же, сколько и жемчужин, только платиновым директорам, у которых в отчетном периоде 5 команд и более. Платиновым директорам и выше, соответственно, да? То есть если вы платиновый директор, сапфировый директор, бриллиантовый директор и так далее, и у вас в отчетном периоде 5 команд и более, то вам параллельно с жемчужинами начисляется столько же бриллиантов на специальный бриллиантовый счет. Бриллиантовый счет у нас стоит задача у IT-отдела, обязательно появится скоро в ваших личных кабинетах и в отчете по работе команды лидера. Период квалификации на бриллиантовый вояж с 1 января по 31 декабря 2018 года. Для участия в первой бриллиантовой конференции необходимо набрать 200 бриллиантов в период квалификации. Для поездки на каждую следующую конференцию на 10 бриллиантов больше, чем в предыдущей. Хочу вам сказать, напомнить, вернее, что 1 января началась квалификация на бриллиантовый вояж 2019 года. Сказочный и неповторимый. Сингапур и Таиланд. То есть уже сейчас вы можете копить и жемчужины, и бриллианты одновременно для участия в бриллиантовом вояже 2019, который состоится в марте 2019 года. Период квалификации 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. Кто хочет Сингапур и Таиланд? Что, никто не хочет Сингапур и Таиланд, дорогие мои? Или у нас нет бриллиантовых директоров? Мы, ура! Все-таки у нас будет компания в Сингапуре. Отлично, отлично. Конечно, подарите это удовольствие себе. Это путешествие не зря называется «Вояж», потому что это круиз на комфортабельном лайнере, по сказочным странам, по теплым морям, где все включено, где отличнейший сервис, плюс прекрасная экскурсионная программа и незабываемые впечатления от общения в команде единомышленников. Желаю всем вам расти и развиваться в нашей компании и повышать свой статус для того, чтобы участвовать во всех путешествиях, которые предлагает наша компания. И есть еще дополнительные условия, уникальные дополнительные условия, которые действуют только в 2018 году. Это особые условия для новых золотых директоров. Тех, кто закрыл свой статус, начиная с января 2018 года, закрыл впервые статус золотого директора. Если вы золотой директор, с закрытым статусом золотой директор, и у вас в первом уровне 5 команд и более, то вам также начисляются бриллианты. Если вы хотя бы в одном месяце не подтвердите статус золотого директора, то бриллианты, увы, сгорают. То есть только в 2018 году есть такая возможность квалифицироваться на бриллиантовый вояж
начиная с закрытого статуса «золотой директор», но это золотой директор, который открыл квалификацию бриллиантового. Вот такие замечательные у нас программы. Но это еще не все. Конечно, был вопрос по второму участнику и по возможности докупить жемчужины. Сейчас у нас есть такая возможность докупить жемчужины только на второго участника семейного контракта. Вашим спутником в поездке может быть только член вашего семейного контракта. И на члена вашего семейного контракта вы можете приобрести путевку со скидкой 25%. То есть, если на бриллиантовый вояж в 2019 году у нас нужно собрать 200 жемчужин, то на второго члена вашего семейного контракта мы должны будем с вами собрать 150 жемчужин. Итого, чтобы поехать вдвоем, 350 жемчужин. Вот на второго участника семейного контракта можно докупить и жемчужины, и бриллианты. Да, жемчужины, соответственно, для жемчужной конференции, бриллианты для бриллиантовой конференции. Одна жемчужина стоит 1000 рублей, один бриллиант стоит 1500 рублей. Жемчужины можно купить по итогам месяца с бонусного или с персонального счета. То есть, например, на вашем бонусном счете у вас накопилась какая-то сумма, то вы можете на второго члена семейного контракта докупить недостающие жемчужины и бриллианты. Ольга, нет, стоимость путевки забрать деньгами у нас нельзя, потому что это лидерские конференции, в которые приглашаются лидеры для развития бизнеса, да? Для общения, для повышения, для того, чтобы они могли делиться информацией друг с другом о тех методиках, методах, которые позволяют быстро и активно расти и получать первую информацию от руководства компании и быстрее развиваться по маркетинг-плану. Налог? Нет, налог никакой не вычитается. Нет, они умудряются и отдыхать, и обмениваться опытом, как правильно написала Анна. Спасибо, Анна. Итак, какие из этих уникальных возможностей станут вашими? Остается только выбрать вам. Спасибо, Марина. Квартирная программа. Действительно, очень интересный вопрос. Мы хотим сделать такую квартирную программу, чтобы она составила конкуренцию автопрограмме. Потому что в автопрограмме мы видим действительно большую заинтересованность наших лидеров. И мы очень хотим, чтобы квартирная программа также мотивировала вас, да, и все больше лидеров включалось в эту программу и получало квартиру от BIC, потому что жилищный вопрос – это очень острый вопрос для всех наших стран, согласитесь с нами. И мы сейчас уже подходим, финализируем условия квартирной программы. И вы знаете, что 9 февраля наши замечательные лидеры, победители программы «Звездный вояж 2018» отправляются в круиз «Тропический рай», прекрасные Мальдивы, Шри-Ланка и Гоа. И вот эти наши лидеры первыми узнают условия квартирной программы, потом мы сделаем специальный отдельный анонс по квартирной программе, снимем зажигательный видеоролик, и все вы также сможете принять в ней участие. А сейчас вам нужно определить, какая из наших бонусных программ
и акции мотивируют вас больше всего рассказать об этих бонусных программах и акциях вашим друзьям, знакомым, коллегам и тем, кто уже присоединился к BIC, тем дистрибьюторам, которые находятся в ваших командах, мотивировать их на выполнение, разработать план, да, что нужно сделать для того, чтобы выполнить условия этих программ, составить план действий, расписать по времени, а дальше остается совсем немножко. Просто выполнить. Желаю вам большого роста, отличной работы в феврале. Напоминаю, что наименование продукции у нас стало в 2 раза больше. Соответственно, средняя сумма покупки нашего клиента может быть в 2 раза больше. Мы ожидаем в ближайшее время приход БАДов, что также позволит вам расширить круг ваших клиентов. И также наша компания всегда будет стремиться развивать линейку продукции, которой могут пользоваться дистрибьюторы BIC. И был вопрос по поводу обновления контента в личном кабинете. Это будет сделано в ближайшие 2 дня. Спасибо вам большое. Если я пропустила чьи-то вопросы, я заранее извиняюсь, но мы постараемся ответить на все, а потом лично. Спасибо, удачи вам всем, была рада провести с вами время, люблю и спасибо BIC, до свидания.